Ну а сейчас анонс предстоящего спортивного мероприятия. В нашем городе продолжаются футбольные матчи в рамках Кубка города Кунгура по футбольному спорту. И уже завтра состоится финальная игра. Опять же на главном стадионе города. В очной ставке встретятся команда «Уралнефтесервис» и команда «Лесстрой». Напомним, игра пройдет на стадионе «Труд» 15 августа в 19 часов. Также продолжаются футбольные матчи в рамках чемпионата Пермского края по футболу. Отметим, сборная команда Кунгура на сегодня занимает 6-ю ступень в общем зачете. Ближайшая игра намечена на 18 августа.